Пожарная тревога раздалась сегодня в одном из крупнейших торгово-развлекательных комплексов города – Мадагаскаре. Сотрудники центра покинули рабочие места и вышли на улицу. За дело взялись спасатели. Так, по запланированному графику, начались пожарно-тактические тренировочные учения МЧС. Рабочий день сотрудников развлекательного центра «Мадагаскар» сегодня начался непривычно рано, в 9 утра. Только вместо того, чтобы приступить к своим прямым обязанностям, они все как один по сигналу покинули здание. К выполнению задания приступили подразделения МЧС. Отрабатывали действия по тушению условного пожара нашим личным составом и, естественно, с личным составом торгового центра. На данном предприятии у нас по согласному расписанию запланировано 8 единиц техники. Это основной техники пожарного ЦСР и 2 автолестницы. Пожарно-тактические тренировочные учения в Мадагаскаре провели впервые, но согласно запланированному графику, так как он является торговым центром с массовым пребыванием людей. В первой стол на тушение был подан буквально в течение 5 минут, хотя представляет четвертый этаж, высотная высота достаточная, было задействовано 8 рукавов магистральных. Но, тем не менее, задача наш состав справился. На пожарное учение ушло около получаса. Совместная работа сотрудников центра и спасателей удовлетворительная, отметили специалисты МЧС. Чтобы и в будущем действия всех служб были согласованы и отлажены, такие учения будут проводиться регулярно. Ведь, как говорится, легче предупредить, чем устранить. Ольга Алексеева, Оксана Александрова, Евгений Анисимов, Республика.